рядом, идем мимо нее, каждый день ходим. Игнатий Иванович, вон кто-то приехал. Добрый день. Я у Вити возьму луну. Угу. Андрей, а ты откуда? С мамой-то, наверное. С мамой-то? С батюшкиным знакомым. Какая парилка. Если увидишь, что кончается, подойдешь ко мне. Нестор, иди сюда. Шнурок мне завяжи, пожалуйста. Угу. Быстро. Быстренько. Ну, папа будет снимать нас с высоты. Угу. Спасибо, Христос. Давай. Главное, где там что. Сегодня у нас 10 июля,
2016 года. Пойдем из храма. Сегодня у нас крещение. Принимает крещение двое с Белоруссии. Один с Москвы. И один еще ребенок с Урала. Город Реж. А вторую лодку еще вынести. Братья, молодцы. Давай лодки собирайте. О, это есть. Не было. Что это за палочки под водой? Да, вот под водой. Немножко порой. Вода не может. Так, а тут ты сюда ставил батарейку? Вы что, а этим будете снимать? Это как мне в это сюда на это пихнуть? Так, близко не руками не трогаем. Уйдите руками. Это что, вы этим будете снимать? Братья, переодевайтесь. Переодевайтесь, проходите. Где он? Люка. Где малой наш? Владимир. А папа, она это какой длинный камень? Дрон, да? Эти в Канаде продаются. А вот я хочу вот как ее сделать, там может 6,8. Ладно, 4. Скоро он взлетит? Ну, он на дрон, но он квадрокоптер. 4 квадрокоптера. Ну, дрон. Кстати, когда он взлетает, у него крылья. Лихо, вот он. Потом поговорим. В храм же можно будет зайти. Подожди маленько, подожди. Сейчас, приготовлюсь. Там их взлёт. Камера, которая будет летать. И снимать надо подать. Я только что сейчас ставил. Сейчас. Берегись, Надежда Васильевна. На траву ложись. Игнатия, сколько будет идти крещение? По времени? Сколько крещений? Не знаю. От батюшки зависит. Ты только самый момент погружения. Да, тут просто у него время полета 20 минут. Поэтому я должен не стартовать заранее. Не надо. Когда он уже пойдет туда и воду будет ставить? Это вот для нас важно. 40. А это он тут. Ну, там чтение. Да, чтение-то быстро. Ну, минут 40, наверное, все вместе. Ну, у меня две батареи. Одна, я тебе сказал. Это лучше, наверное, потом. Батюшка стоит, стоит. Вот вверх нажал, снимает, нажал. Кстати, с ним надо еще тут сейчас я включил. Да, это питание. Значит, ваш этот аппарат только на 20 минут, да? 20 минут полета. Да, это не надо сейчас. Как только батюшка подойдет к воде, начнет воду опускать. Когда освещает, так не надо.
обычный. Серьезно. Самое ценное это момент, вот это когда пойдет. Ну, у меня две батареи. Я все поэтому... равно, я тебе говорю. Надо сохранить ее. А? Батарею-то сохранить надо. Смею, я не понял, что? Сохранить батарею надо тогда. Я сохранил, закрыл. Маленько снял. Рой пчел, да? Батюшка, ты на второе место по вниманию откуда? Так, это, Вася, опусти его, иначе там батюшка даже не смотреть не будет причины. Сейчас я настрою, одну минуту. Я настрою, подготовлю, одну секунду. Видишь, что вытворяют. Близко не подходим. Он может воздух поднять. Нестор, отойди. Шаг сделай назад. Все, молится. Вот мамочка посмотрит. Господу помолимся. О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьей Церкви и соединении всех, Господу помолимся. Великом Господине Отце нашим, Высокопресвященнейшим, Митрополите Ларионе, честнем пресвитере сего Яковце, всем приище людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей, России, всей правителях и православных людей, в Отечестве, России несущих, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже осветитеся в Одессе силу и действием наитием Святаго Духа Господу помолимся. Поеже не спаслати ей благодать, избавление, благословение Орданову Господу помолимся. Поеже прийти на воду и сие очистительному действию Пресвященной Троицы, Господу помолимся. Господи, помилуй.